Особое внимание депутаты Тверской городской думы уделяют благоустройству городского общественного пространства для детей. Это и строительство, и ремонт игровых городков, спортивных стадионов и других площадок, где проводит свой досуг подрастающее поколение. Реализуются эти проекты с учетом пожеланий и предложений жителей Твери. На эти цели ежегодно выделяется так называемый депутатский миллион. Так, в парке Победы за счет этих средств были отремонтированы игровой городок и спортивное поле. На новой детской площадке в парке Победы пусто и тихо бывает, пожалуй, только в непогоду. И в выходные, и в будни здесь всегда шумно. В прошлом году игровой городок пополнили новые аттракционы. Прежние со временем пришли в негодность, и их заменили на другие, более современные, а главное, безопасные. Родителям и малышам новые горки и качели, особенно их оригинальный дизайн, пришлись явно по душе. В лазилке все-таки нет лестниц таких, вот то, что забираться по веревкам для больших детей, интересно, я думаю. Наша прогулка вот здесь, в парке Победы, мы очень рады, что у нас есть этот парк. Стало видно, что люди вот участвуют вот в благоустройстве площадки. Любителей погонять мяч, которых здесь бывает тоже немало, в этом году ждал приятный сюрприз. Новое покрытие на футбольном стадионе. И детской спортивной площадки были приведены в порядок за средства из депутатского фонда. Напомним, что ежегодно народным избранникам выделяется по 1 000 000 рублей на реализацию в жизнь предложений граждан. Депутат Елена Гончарова, как мама, считает, что благоустройство общественного пространства, где гуляют дети, одна из приоритетных задач. И решать ее нужно со всей ответственностью. Анализировали, выбирали то покрытие, которое можно положить в рамках выделенных средств. Мы объявляли тендер, то есть прорабатывали там толщину, все нюансы и детали. И надеюсь, что достаточно долго оно прослужит и на благо всех горожан. И приятно видеть, как много на самом деле здесь проводилось мероприятий. По инициативе Елены Гончаровой в 2012 году отремонтировали футбольное поле в парке Победы. Работы обошлись почти 1 000 000 рублей. Это и укладка нового покрытия 950 квадратных метров, и врезка разметки, и засыпка искусственной травы. А на установку игрового оборудования в 2019 году было затрачено порядка 800 000 рублей депутатских средств.